Все готовы. Сопрот, выпей дичь. Маслица намазались. Не хочу никого наебывать, но мы сейчас разъебем. Я тебя огорчу, ты это уже сделал. Все, давай, дебэмпу. Сейчас высеким его. Все готовы? Давай, дебэмпу. 5, 4, 3, 2. Снимайте штаны, давайте ему под панцирь. А что он Мах написал? Ну уходить надо было или что? Спать. Да, он написал, что ему на работу дал. Да. Блин, не только ему. На полу, на полу. Твои проблемы. Кстати, кстати, вот еще и Рокки мог, блядь, поднапулить, кстати, бляха, мог. Пит! А я откуда знаю, там. Надо мне напулить или нет? Ну, блядь, наверное, надо, когда мобы уже подходят. Ну ладно, может. Зорки, догадайся сам, ты вроде парень умный. Блять, столько носов, блять, вам нужно делать. Станы носит, не надо, блять. Сальву мне надо носить, когда мобы не носят, блять. Ахиллес мне когда будут там. Кстати, там мозгов нет. Тебе ну, первый может поэтому... отдавать, помогать. А я ты, блядь, на паладине фернуть мог, блядь, Робси. Когда ты на варе был, ты для этого дом-то запрягал, чтобы он все носил. Чтобы я подберу больше тупо, еще 2 кило. Тихо-тихо, все, все, спокойно, все, расслабились. Место надо. Все просто охуенно. Расслабились наоборот. Зарывание, сейчас готовимся. 4, 3, 2, 1. Что-то я только ждал. Дайте баф. Как каску, кулак. По кому? По Фералу. Прикинь, я упал, не бафнули. Идите от меня. Нет, возле тебя. Блин, столько фэрплоков и кожи травило. Бомжей. Симбас, бомжей. Забегай в лужу, не выёбывайся, блядь. Сдохнешь. Да, у меня еще 3 секунды, ну что ты на меня это душ? Литл, беги. Мой бог, тихо. Стой возле лужи. Вообще надо к стеночке бежать, ну ладно, уже стой на месте. Куда-нибудь бейся. Ну, их убивайте быстрее. Хорошо лутаете. Плохо. 5 секунд. Тюрьма. Такая немножко. Есть. Есть. Одно, все, есть. Ловим. Лов. Блять, таймер куча где-то нахуй похуй. Сейчас баба, который фул хпшно сыграет, и стан ему дать в мини-зоне. Стан. Подкат у следующего. Пула. Там. Все, аккуратно. Кирма, беги. Еще один крем нажит. Рокки лутаешь. Я тоже что-то. Сбрось. Ну, спеши, руби, не тяну. Бомжи есть? Хуево. Нормально а. Пойдет. На кого-то бегает Синола. Синола выйдет. Синола. Уйди к стенке. Сами за лужами, не пока это самое. Аккуратно, Боб. Боб. Все, подходи поближе. На 2 секунды зайдешь.
Босс появится через 10 секунд, как говорится. Кайсинг. Кайсинг. Молодцы. В робиге. С мобами уже к боссу, не уходите к воде. Все, идем. Бегает только человек, который метка висит. Он за 3 стака. Так, невер 3 стака. Невер пожмешься. Вот назад. На пулы, Валик. Да, убейте большого этого, не башню, пиздец. Мелкого убейте. Так, готовьтесь. Моб идет в рейд. Словите мобов. Зауешьте их. На Войда идет, второго заберите, маленького заберите. Маленького заберите. Геру. Маленького убили, играем по полу. Т4 дайте. Че, будем терять мобов? Нет, эти, одну вот сейчас пачку сейчас, которая их бомбанапулите. И все. Рокси, прожми бабло, наверное. Возьми ауру, дай мастерову. Далек. Да. На пулы. Зоркий едва убежал. Как сказать, беги, помоги, если что. Притон на нормальной хите. Бой, смотри, сторона сейчас сзади забежит. Фернули моба, который сзади бежит. Куда вы хрипаете, блять? Все нормально. Вот Ферри. Это он в Ферри ушел. Вы поднимите, дичь Берми, быстрее. Все, упал. Как он умер, Войт? Так, блин, опять эти копатели убили, блядь, так. Я, блядь, не понимаю, как они тебя бьют, нахуй. Как ты стоишь, блядь, Войт? Ну, ёб твою мать. По-моему, да, в каком-то трале, да, где до 6 лямов доводили, контролили с черепа и с крестика в ту точку. Да. Они тебя... Сука. Так а на кого они снимают? Мне кажется, проще хилам холиком ставить просто за Войда. Так я так и делаю, блядь, я за него становлюсь они... всё. Значит, Шова не стоит там. Ебать, ты думаешь, я их не кручу, блядь? Я их кручу. Просто моб, нахуй, после тарелки идет к вам в рейд, нахуй. Ну, потому что он моб был в заднице босса почему-то. А кого-то он сагрился, 100%. Вот. Нет, там не пошел. Холи паладин. Он агрится на холи паладина. Значит, Шова там стоял. Шова, подойди в другую сторону. Кто помнит, блять, кто при памяти? Мы же на каком-то трае, где до 6 лямов или до 3 доводили, с луны и крестика контролили мобов шаклами. Слышишь, Бьерн, а ты стоишь прям в нем? Я за нем стою, ну ближе к нему, чтобы. Ну, даже потому что не может что-то подхилить тебя, перепрыгнуть на него, и ему дают пизды. Я смотри, вот, допустим, это печенька вот здесь вот стоит, да? Я стою примерно тут. Вот. Если я вижу, что моб идет на меня, я примерно вот так вот сам вот регулирую его, чтобы он в лужу зашел. Так вот. Ну, он все равно будет быстрее идти. Потому что вот, а кто-то стоит где-то вот здесь возле, ну, этого ромбика, примерно в этом месте. Потому что моб отсюда выходит аж сюда. Сейчас это самое. Давайте, фулбафы, поехали. Меньше разговора, больше дел надо делать. Блядь, 17 пыток осталось. Блять, это пиздец, это вот просто, блять, вот Зорки, ты напуливал сейчас или нет? Да. Вот, блять, под мини-зоной прямо был моб, нахуй. Ну, давайте, что, напулил еще раз. Ну, принимайте. Ты заебал, ты сервак ебаный, падает нахуй уже, блять, сука, уже горю, нахуй, пипец, блять. Да, серф уронили, а ну бы нет. Короче, еще 3 трая делаем последних. ПВП, ну там. Короче, второй сетап двух хунтов нахуй управляю, блядь. Скорее всего, Невер ты будешь на сетапе. Не знаю. Блядь. Ну, был бы ват сегодня, отправил бы Донта на хунта, блядь. Было бы проще. Там по 2 моба на пулить, это изи-гадка. Изи-гадка. О, блядь, это пиздец, нахуй. Короче, там, давай сейчас цирк, я тебе дам маленький гайд. Хуй забиваешь на ебаную последнюю фазу и типа просто повернулся, блядь, и ждешь, пока мобы выйдут.
А причем тут цирк нормально напуливает? Да. Они просто третий. Потом после напула они... я смотрю за тритом. Он висит на воде. Пока он идет, этот моб, он сразу резко переключается на хила. Но на воде уже трит есть. То есть хан тут уже ни при чем, не поможет. Хан нормально напуливает. А, господи, Дон, ты как учил цирка напуливать этих мобов? Он ушел, понял. Цирк, если ты тут, короче, ты оставляешь свою автоатаку. Если ты ее отслеживаешь, это вообще супер заебись. Первый моб выходит, ты даешь в него автоатаку. Второму мобу ты даешь разрывной. В третьего ты скидываешь аим. А делается для чего? Потому что ты делаешь первую тычку, она, ну, это ближайшего моба, он сразу подбегает и получает тик от лужи. Второй за счет разрывных хороший напул получает, а третий за аим высокий трит набирает. Потому что он бьет больше, чем автоатака. А если ты супер скилловый, ты, короче, можешь сделать следующую схему. Ебануть, если у тебя прокнет на изготовку, в первого разрывной. Ты, по-моему, на это эльф или эльф бездны? Если эльф бездны, вообще... так мне пишут в ДС. Он же может еще на себя, типа, составить себя на обе еще. Ну, типа, да, если, типа, ну, крайняя ситуация, если ты видишь, что моб уходит вообще, бля, во свояси, я очень дико прям надеюсь, что у тебя на панели есть таунт, ты ебашишь таунт-детер и подходишь за спину к мобам с этим мобом. И когда, будет моб, короче, там стоять, ты просто ждешь, когда он тебя стаунтит. Бля, наверное, нихера вы сложно играете. Нельзя у пета включить таунт. Привести им просто к танку мобов сразу пет, двух. Пет не таунтит. Пет рык дает, который набирает трит, и все. Ну да, он типа наберет трит и на спринтах похуячит к войду. Он не наберет столько трита, и ты собакой криво можешь подвести, потому что они бегают, как ебнутые на сирусе. У них нету прямого движения, у них, блядь, там кочка, блядь, ветерок подул, блядь, ее нахуй уводит куда-нибудь, блядь, в другой инст. Соседний. Поэтому тут нужно сложно играть, а не... Ну, типа, блядь, ну хан, это такая хуйня, блядь. Типа. Не, ну хотя да, я это делал до реворка петов, когда они еще через стены бегали. В результате прибегут мобы и ссылка. Типа, да ну, блядь, типа, зря горишь, типа, бьёшь. Типа, ну, как бы, блядь, экспа все равно это, блядь, ну, рейд, который... 2 недели. И то, как бы, вот плюс-минус хотя бы каким-то составом играет вот только сейчас. Ну, блядь, к следующему КД в любом случае убивается. Ну, типа, да и на этом сейчас, скорее всего, убьем, если просто люди запотеют немножечко, типа. Ну, на расслабоне, но с таким полупотом. Сейчас Бьерн вычислит всех подпивасников, выкинет их нахуй. Причем тут подпивасник? У нас одна и та же ошибка, блядь. У нас сейчас вот именно вайпы все у нас из-за того, что либо Войд поворачивается за жопу, свою модельку поворачивает жопу, его слаживает, либо, блядь, хилы дохнут. Все, больше у нас вот нет. Ты как думаешь, вот убьем. Мне что делать нахуй поворачивать модельку жопой, блядь? Ты подумай, нет, блядь. Нет, ребята, зачитесь. Короче. Я тебе просто говорю, что причины вайпа у нас. Все. Вот так схуя ли ты вайпа взял, что я поворачиваю-то, ебаный в рот? Если моб нахуй заходит, не ты скачешь, я вижу эту ситуацию. Смотри, ситуация в чем? Если не проходит на пул нормальный, он уходит. Он уходит в бок и начинает его бить в бок. А в бок, если он убьет, там есть шанс, что он спину зацепит. И все, и вот этого у него урон проходит. Поэтому здесь просто единственное решение, которое, ну, оптимальное. Зорки готовит спринт на вторую пачку мобов. И на спринте выбегает в правую сторону, и правую сторону напуливает через верх клинков. Ну, типа, я думаю, что так это можно сделать. Правая, это которая дальше от меня, что ли? Ближе к тебе. Это которая ближе к тебе. Ну да. А этот, мне кажется, ну, я не знаю, у меня, может, память хуёвая, у кого-то лучше из вас. Вспомните, мы в какой-то трай дали на вторую пачку контроль на дальних двух мобов. Два шакла дали, и нормальный трай был. Может, вот так и сделать? И когда третья пачка выйдет, тоже выйдут мобы, где мобы в шаклах стоят, и им еще дадут паладин и два стана на. Да ну, типа, они тебе вообще убивать не должны, ну, типа... Ты можешь так, они понимаешь, как идут с разных сторон. Заходим в игру. Плюс на них один хан, там, я не знаю, блядь, ну, пиздец. Там и тарелка летела в них, нахуй, они в рейд шли, блядь.
напало. А те, которые по линии... Тарелка намного огра не дает. Это понятно? Ну, а что я еще сделаю, блядь? Таунт-то тарелка. Так он и больше всегда с проф. Таунты не бесконечные, мобов 4. Ну, у тебя 2 напуливают. Вот 2 ближние линии ко мне напуливают, блядь. А ту дальнюю, блядь, мы какой-то трай дали и забыли потом. Короче, я хуй знает, ну, хотите вы или нет, блядь, но дайте, я предлагаю. Да все нормально, дайте я поговорю с Зорким. Зорки, ты тут, солнышко мое? Да, любимый, да. Все, заходите, ребята, в игру, быстрее. Давайте, еще 3 трая делаем, мы расходим. Мы сейчас Зорким все разъебем здесь, Зорки. Давай, короче, смотри, схема. Вторая пачка. Ты вылетаешь, короче, на спринтах. Короче, линию, которая ближе к войду, отпуливаешь. А получается, цирк напуливает противоположную. Потом ты у тебя есть. Ну я не факт, что успею второго напулить. Что в рух, заходи, Невр, заходи. Что, давайте, я уже захожу, у меня грузится. И реактивные у тебя ботинки есть, правильно? Да, там на пул 6 секунд длится. Я тыкну одного моба, блядь, а второй же. Они же не в одной пачке появляются. Они же, блядь, я понимаю, ну типа. Как бы на спринте летишь, первому тычку даешь, а второго прям побьешь под этой хуйней, там кош, если будет, если вдруг ты там будешь умирать. Вот. А на сюрикеном на третьем... хуярь в него. Символ есть на плюс 4 секунды. Рокси тут. Да, Рокси. И потом, короче, типа на третью пачку, тогда на реактивных ботинках, тогда вылетишь, да, и забьешь. Все, ты должен вытащить эту катку, я в тебя верю. Зря. Убьем ануба, у тебя пенис на 1 сантиметр длинится. А как мне ходить? Типа, туда, правда? Блядь? Правда? Хотя бы увидишь его, Зорки. Да, только мне подлипать до колена. И будет 14 навык. Все, Рокси, добегай, фулл баф, поехали. Да, я здесь уже, здесь. Давайте фулл баф. Сейчас я разбавлю. Четырка. Так, у кого сейчас аура? У меня, да, стоит? Да, вроде. Да, я первый, да. Ладно. Так что, по контролям вторую пачку, вот ту дальнюю линию? Угу. Через напул отыграем, сейчас нормально. Попробуем через напул. Блять, сколько мы трайк уже сыграли. Понимаешь, мы сделали 3 трая. Вот, у нас был один идеальный трай, где ты 2 пачки забрал, все норм было. Смотри. А третья пачка уже вышла, тогда мы уже не контролили. Сейчас Войт, еще Войт, я Войт. Забыл, сказал еще сальву, да. Сейчас через сальву еще будем играть. Войт, разбей себе лужу на 3 линии. Стой вначале где-то ближе к краю, потом на центр отведешь по вторую пачку, на третью. Да, я так и делаю, блин. Все, 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 поехали, давайте. Разум готов? Шова, готов, Дон, готов? Шова, готов? Все, все. Шова, тут? Все, вижу. Я не готов. Чего не хватает? Меня в игре нет. В смысле, блядь, в игре? Я уже вылезал. Хуя. Давай, заходи быстрее. Исполин офнулся, Исполин офнулся. Пацаны, тут подъехала инфа, что это фикс был Исполин босса. Пришел. Теперь мы уёмнем. Угу. Все, готов, Исполин? Да, да. Давай добавим пул. Фу, давайте, короче. 5, 4, 3, 2, 1. А чё он с тем мобом было? Тихо. Стан. Готовь. Так, я собью этому мобу. Я сбил. Я его затаунтил, носит этот, я подведу его тебе. Всё, подводи его. Таунт. Чуть развернись, всё, хорош. Пару шагов назад сделай. Угу. Всё, шикарно. Акула, готовься. Ключ в угол завернись. Угу, хорош, молодец. Давайте, ребят, 10 секунд еще есть. Топить ему нормально так. Пропиздон отдать ему. Прям под панцирем его засовывать.
Не подходите, миленькие, пока не подходите. ЭБшки, разлейте туда лужу фиолетовую свою расу. На дичаки нас нормально, все, бейте. Блядь, сверка, хуй поймите. А вот этот вот, черепочек поставил. Тяните. На, тянул. На, второй гриб. Второй гриб где, блядь? Все, разбивайте ее. Следующий мой боб. Цирк, к стеночке, цирк. Я полутал много стаков. Да ничего страшного. Да. Сейчас все равно ничего хилить. 7 секунд. Исполин, беги. Одна. Две. Одна. Сашку иди, да. Босса. С мобами под босса сразу заходите. Они там бомжи добьют, сами вернутся. В босса играем. Под босса ближе станьте. Стану есть, дайте мобов. Я дам остан. Давай стан. Готовьте мотовы. Стан. Угу. 10 секунд взрывания. Втопите. Облачку больше. Сейчас поменьше стаков лутаем, ребят. Нормально, 37-36. Вот и все. Анаид, иди на левый, курс левый держи. Ага. Не взрослый, хорошо. Здесь будет боб или нет? Да, да, будет, будет. Будет боб. Боб. Угу. Все, возле лужи, не уходи. Да, хорошо, бомжи, отлично. Все, хватит. Одной пачки хватит нам. Ну, мы по мамбам играем. Дай спороксово этот. По цирку. Есть у тебя этот самый дебаф, нет? У меня нормально. Цирк, стоишь. К стеночке, цирк, беги. Кто заходит? Да, самый, самый. Я шипы не вижу. Я даже не вижу шипы. Он забагался? Он забагался, блин. Все, тихо. Слава. Никого, ну, нет, он где он сейчас появится, интересно? Время, время. Где метка красная? Мобов, подводим. Выкопается. Там вон все метка нормально. Ханта в этом кружочке, почти в стенку. Все, 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 есть. Я тебя заношу, когда останусь. Ага. Скажешь, когда бежать на пулю. Мелкий мелкий. Этих сам заберет, цирк напуливай всех. Миризону зачистите, дайте здесь мостан. Там нажму. Угу. Стан. Давай не Торнастер. Шало плохо, я сутки. Зорки правую сторону, сейчас скажу, когда побежишь. На спинтах. Кирьма нахуй надо захиливаться. Не-не-не, Зорки не беги, ты с меткой, ты умрешь. Джимбо, сдай по кирьме СС. Зорки под кошек, пробегись туда. Сальвы. Бежать? Не, он умрет. Это нереально, это нереально, Нейвер. Очень сильно хп падает. Да нормально, чуть-чуть по 5 назад водит. По 5 назад на угол прям встань. Стан 2 не забывай, под КД. Следующих мобов мы просто контролим. Просто контролим. Ну, вставай. Я встану. Давай. Сразу гим, ТТ на ману, гим дайте что-нибудь. ТТ отдал, гим не нужен, так хилим. Оверхильте, давайте. По этому, по танкам. Дичь есть БР у меня? Надо БКБР давать. Он мне дал БР.
Подними кого-нибудь подними. Разум, не понимаю. Дима ХП, дайте врочка. Контролим. Контролим, блядь. Ну ёб твою мать нахуй, сука, как... 3%. А чё, чё, почему сдохли? Вот, как ты сдох? Просто скажи, как ты умер, блядь. Почему ты, сука, вечно умираешь, блядь? Я могу сказать одно, мгновенно, блядь. Блядь, ты как ты заебал, нахуй, в натуре, блядь. Вот мы бы, вот сейчас, вот тебя вот... Чем я лично заебал, мне интересно. Блядь, давай вот с этим разберемся, блядь. Давай, почему ты сейчас умер? Вот, как... Что ты сейчас умер сделал вообще? Умер не я, а мой персонаж, блядь. С этого начнем. Почему сейчас твой персонаж сдох, нахуй? Скажи мне, объясни мне, пожалуйста, что ты делал, блядь? Вот было все заебись. Я скомандовал, законтролили мобов. В чем проблема? Как ты, что ты двинулся, что ты делал вообще? Вот, блядь, сука, сейчас конкретно опять за тебя упали, блядь. Ой, блядь. Может, не дохилили? Да, блядь. Вы не дохилили. В смысле, нахуй, дохилили? Посмотри его смерть. Да я на него нельзя посмотреть, там столько, блядь. Сейчас туда... будем на Войду ругаться, он потом хуй забьет, и его вообще ага, не будет. Конечно. Не, Войд говорил, что он не забьет. Я, блядь, дольше всех на этом сервере проиграю. Это некоторые на офе там играют, ходят на офе. Блядь, у меня есть персонаж. Невер, твой персонаж живой, нормально все с ним? Ну, красный, не, я умер. Тут жив стоит. Беги, тут жив живой. Быстрее. Бафайтесь, побежите еще раз. Так, в чем у нас проблема? Почему у нас двух мобов не законтролили? Почему, дайте... блядь, справа мобы пошли, это самое, хуялись мобы, ну, этих, киллов. О, души. Гимн давал, ну, я уже перекомандовал, то есть дать уже не гимн, а... Блядь, сейчас реально сейчас дохуя рейд по ХП просадился, просто пипец. Да красиво все сыграли, сейчас еще красивее сыграем. А где Дживс? Кто там поставил? Кто молодец? Я этот, Крестик и Черепок один законтролился. Контролься в другую сторону и все. Ну там Войд мог одного на себя забрать, как бы, то есть, там похуй. Это... Ну я угрю, я правую сторону законтролю, а левую что-нибудь сделать. А где Дживс? Так он стоял, пропал вот буквально. Ушел. Ну, да. Все, давайте, кто красный? Красный никто нету, давайте вообще на пол. Я красный, нахуй, вообще, блядь. Я вообще ебеня красный сейчас. Ты серьезно? Серьезно? Ну а чего не починить? А чего вы не чините, когда вы это поставили? Ребята, ну и что за хуйня? У меня была моя нужна, он спрашивает. А? У меня был белый, потом я стал желтый. Первого, ну как бы... Раз упали, сразу чинился все равно. Че, поставили Джесси? Нет. Я уже чиню, все, я уже чиню сейчас. У меня когда 22 минуты. Все, я уже в инсте, все, и баф. А там у Джесси и у Хламобота же одно КД, да? Да. Все, я готов, я все здесь. Спасибо большое. Дай бог вам всем здоровья. Все, давайте. Включи на пол. 2 секунды, оносите, пожалуйста. Дом, все готовы? Давай, идем пол. Пять, четыре, три, два. Две. Прости, сука, не переписывайся, дамаж, блядь. ГКД
Давайте 10 секунд еще у нас есть. Продамажьте вам мэн. О, хорошо, продамажили 65%. Давайте, потом дальше. Невер. Первый был праздник. Все. Возьми серку. Только в углу мне прям, да, что-то когда добежит сейчас. Кидай. Угу. Ты лучший. Он же может взять. Я тоже люблю. Готовься строй сейчас. Синовал, беги. На пути не заходите. Время босса через 10 секунд. Кинроки. Две. Одна. Вот сейчас появится. Дамажим трэш. По трэшу сыграли. Больше по трэшу. Готовьте на полу большую. Стан в 2.50, по-моему. Добейте большого. Хорошо. Что там по тайну? Стан. Сука, еще 2 миллисекунды, блядь. Тут вайпнулся, блядь. Только сейчас не прибить, только юзай по КД, потому что, блядь, там прям в тютельку в тютельку. Рокс подойдешь, скажешь, когда у тебя будет там 1 секунда, и Рокс даст. Я подойду, если что. Давай. Тоже юзай по КД свой стан, чтобы тоже не прислал. Вот это на пулу. Давайте 4, 3, 2. Очень хорошо. Пошли. Сейчас только главное не приебаться. Баф еще побежал. Сова не стой на пути, блять, Невер. Сейчас еще подтяну или не надо? Да не, не надо, надо нас маять, сама доползет. Бомжей. А, да, бомжей. Да. Следующую метку смотрим. Следующий кто дает фрид? Ой, Боб. Шаманизм, беги. Так, много не стакайте. Люкил, блядь. Люкил по себе СС. Потом кинешь. Давай. Еще будем. Уже если... Так, я пока оффнул чат. Люкил СС кинул тебя, да? Я не вижу. Кинул? Нет. Беги, малыш! Войт. Вы беги, служи пока. Где? На. Все. В босса. А, трэш сначала. Трэш добиваем. Так, ну Люкили СС не вижу. Нет на нем СС. Потому что. Литл, дай ему СС. По Люкилу. Его нет, он сейчас. Ладно, баф еще СС по Люкилу. Фазы готовимся. Так, блядь, все как дома. Ладно, в принципе, не надо сейчас скинься. Это был, вот, блядь, сетевой удар, нахуй. Сука, да как ты меня заебал, блядь. Ну хватит тильтовать на него, ну блядь, ну Бьёрн, ну чё за хуйня? Ну блядь, ну умираем, мы умираем. Ну чё ты, блядь, на человека, блядь, на личность переходишь? Я на личность перехожу? Где я на личность перехожу? Либо да сейчас. Ты заебал, вот, ты это, блядь. Ну типа, ну, блядь, ну чё так, блядь, агрится на человека? Мы точно так же вайпались. Пока бы ты таймер учил. Очень долго. Блять, информация есть. Я ему говорю, нате таймер, ему, блядь, он говорит, не надо мне твой таймер, а сам все сделаю, блядь. Но. Блядь. Да не, ладно, одному увода по-любому пукан горит. И мы так, блядь, не траю, не вайпались, как вот, блядь. Я вычислил таймер, и мы нормально потом начали убивать. У нас были травы в другом.
Все, давайте немножко порасслабленнее. Просто, ну камон, ну просто, ну блядь, ну это... Ну вообще я прав. У нас 30 минут уже. Еще два трая, еще давайте посмотрим. Да, у вас трая. Все нахуй идеально просто идет, блядь. Ну, блядь, ну ты вот ошибки это глупая нахуй, это пиздец просто, блядь. Ты слышишь, а ты можешь под Фридумом подбегать и давать? Я? Да. Я или могу, я просто тебя когда начинаю. Перекинет, я когда начинаю. Я хотел заносить ему стан, блядь. Я просто на лукил отвлекся, блядь, по этим сессам, ебаным. И там уже как раз надо было стан давать. Я таймер, блядь, плохо заметил. Ладно, сейчас еще раз. Только обязательно пососитесь после рейда. Все, давайте, чинопул. Фласки перепейте там, блядь. Жалейте. Тут бичок вот пока. Короче, блядь, пойдешь в первый рейд, нахуй туда. Своим паладином, блядь, я вторым варом пойду туда. Ну, если вы не хотите в первом рейде там вайпаться сидеть. Да. Ну, блядь, будьте вайпаться. Да не нормально, я согласен. Ща, бля, резко весь первый рейд такой, мы не пойдем. Меня уже. Похую. Там два ханта есть, поэтому нормально все будет. А мне чем закроемся? Все закроете там. Две секунды, а ну... Все, все готовы, ну давай, верчи, и поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Так, это самое, что еще хотел. Ну да, в принципе, вот ты же в воскресенье не сможешь, да? На суток. Все, понял. По-любому, да, форум пойду. Играем. Стан. У кого сейчас фрост аура? У меня, наверное. Да, у меня. Шоу, а что давай сделаем? Поставь сейчас фрост ауру, чтобы не менять. Сейчас зайду. У тебя стан. Поставил шова? Да. Все. Чтобы не менять, не переключаться, просто юзнуть кнопочку. И свою массакру, ой, мастер аур дашь, когда, значит, смотри, когда метки будут заканчиваться, ледяные, будешь отдавать свою. А я спулу сразу дам, то есть, ну, на прифазу. Так, готовимся сейчас. Смотрим. Стоматолог прилетел. Я сюда центра. Всегда, нахуй. На последней траве. Зурую не надо. Стан дайте, когда я там... Дайте крип еще один. Хорошо, пускай просто правее берет. Угу. Беги в лузу, раз. Левее лучше, да. Вот где печенька, вот на ком сейчас кинется, вот исполин сюда иди. А, через звезду. Угу. Через звезду, да. Дальше, подальше, туда уходи. Тут лишние 2 секунды выиграли. Мелкий сливается. Укил. 3-3, пожалуйста. Сейчас выкопается. 1. Топим по боссу. По мелким сочетичным здесь. Ну, пока без сон можно. Играйте большого моба, сдайте моста в миризоне. Ворошечно. Так, Войд, готовься, скажу. Давай. Угу.
Так, цель полтал, много стаков, по-моему, раньше. Дорогчик не дал нам что. Блять, это пробивает как-то, блять. Откуда они? Откуда ты дип? Я понял. Стаки висят. Все, вижу, вижу, вижу. Шо, убежал. Шамбас, шамбас я кинул, да? Ну, конечно, он будет. Прошу, сейчас не обоссытесь только. Воздержан 2 минуты, если меня будет этот нет, то я ничего не беспокоюсь. Кирилл. Трап сделай в сову. Ну, я тут кундал. Бал будет, да? Да, видишь. Что, давайте мы... Мобы, которые дальние шипы туда дайте, в них ебаните на расстояние. Сейчас выходит под босса, сбегаемся. 7 секунд. 5, можно притянуть к войду ближе, которая осталась, чтобы 2 было. Да не надо, зачем нам вирушу? Ну проще контролить будет. Не надо. Я могу. Частами можно не проебать первую. Все. На 5-10 секунд, если что. Бейте по боссу. Блять, самотолога ДПС не хватает. Забейте мелких быстрее. Что там? Давай. Давай, давай. Ну, Рокстрай подсейвишь, если что. Не надо. Там все нормально. Там. Будет 4 пака моба, а не 3. Готовьтесь. Геру дали. Только надо контроль с мобов. Декаты 4. Это все на кого? Сальвы по хулипалу и... Ну, по хулипалам сальвы. На пулы, на пулы, на пулы, на пулы. Шо вы всем... Ближнего, ближнего за контроль, который здесь в мини-зоне. Законтролить его нахуй, выкинуть его отсюда. Пиздец. Ну, агро сорвал. Падать. Все, спасибо. Похоже, таланты надо делать здесь. Что делать? Таланты мне. Я срываю с тебя, я в прошлом трое упал. Сейчас на шове буду, если что. Всем спасибо. Упал один, а есть кто-то? Ебай, пожалуйста, за трое, блядь. Да, да не, ну тут как бы освоение, 4 часа. А если этот символ на огнях небес? Так, а у него не вкачан эта хуйня? Он там КД скидывает, там полный 15 секунд. У меня нету. Подожди, у Войда на танке нету эту хуйню, не вкачивай? Ну там на мобах диминишинг 30 секунд. Если он даст 2 раза чуть раньше, то третий раз он дать не сможет. У хупалов есть такой талант? Это не талант, это символ. Есть символ, да, он там на 15 секунд. Я линканул, ребят. Ну, у меня нету ничего. А где портал? Нету и не было никогда. На Гере нету портала. Пиздец, нахуй просто. Короче, почему убийство появляется, да? Не, нет, портал в смысле маг какой-нибудь, волшебник, колдунский, а, у нас нет там... У нас нет таких, да. Мы все православные. Просто пиздец, блядь, нахуй, портала нет, блядь, что за жизнь, блядь? Never top, да, спасибо That Bitch, спасибо всем моим фанатам. Я вообще, по-моему, лучший, блядь, нахуй, в этом рейде, блядь. Пиздачи всех играл, блядь. Бьёрн, мы завтра... Всех успокоил, блядь. Нахуй всех психанутых.